Всем привет, продолжаем с вами проходить игру Океан Номэд. И мы сегодня будем встречаться с тем человеком, который нас не дождался на лодке. Прикол, сколько доната требует, смотрите. Так, музыка, видите, на минимуме. Так и надо. У нас сейчас сундуки пока не открылись. Отправляемся. Мы с вами являемся океанскими кочевниками. Ух ты, остров исследователей. Необходимо построить мотор. Ах, вот как. Так, а куда еще можно? Скоро станет доступно, понятно. Мотор. А сюда? Подождите, а кто нас ждал-то? Где мы вообще находимся? Ресурсы восстановятся через 3 часа. Со мной в бункере связался странный тип. Говорит, нужно встретиться и внезапно пропадает. Самое время проверить, кто стоит за этим. Наконец-то появился шанс выбраться из этой западни. Да, давайте посмотрим, можем ли мы создать уже двигатель. А, требуется якорь, понятно, давайте якорь построим. Грубо обработанные доски из бревна, изготовить. Ах ты, то есть нужна мастерская, создаем. Ничего себе. Все зависит от всего. Все, уже, то есть можем создавать что-то. Видите, деревянные доски. Можно понажимать. Изготовить. За раз только создается одна. И то 2 минуты, ничего себе. Все, давайте подготовим тогда 2 слитка. Они у нас есть. Даже 6. Они у нас есть, даже 6. Деревянная доска, ура. Все, сейчас получится якорь создать. Ничего себе, какой огромный. Секция плота. Сейчас посоздаем немножко. Потому что у нас плот очень узкий. Вот это уже что-то похоже на плот, смотрите. Закончились бревна. Ах ты, необходим уровень 7. У нас пока 6, смотрите. Еще немножко и мы сможем построить мотор. Факел. Изготовить. Что для этого нужно? Это все в мастерской делается. Забираем. Изготавливаем. За минуту 30 сделают нам. А если улучшить? Улучшается за 5 металла. Ух ты. Уровень 7. Достигли мы его. Ура. Теперь можем создавать и мотор. Всего хватает. Так, мотор где будет? Недалеко от якоря, наверное. Вот здесь тогда давайте. Создаем. И сразу доступно очень много чего. Но пока давайте поплывем. Начать путешествие. Ускориться. А то иначе пришлось бы плыть 10 минут. Запись номер 2. Остров с самолетом. Подплывая к острову, я заметил разбитый самолет. Вот о чем говорил незнакомец. Это моя цель. Он ждет меня там. Ой. У нас что за черный песок такой? Стрелы. Можно поднимать. Черный песок, это, скорее всего, глюк. Нужно выбирать совершенно другой движок. Напишите в комментариях, действительно ли песок черный или нет. Потому что все остальные текстуры нормально отображаются. Сундучок-то можно откопать. А это у нас, похоже, аптечка, да? Так, давайте тогда посмотрим, что можно выкинуть. Воду давайте выпьем. Анчоус у нас срочно есть, я уже скоро умру. Взломать. Ящик с припасами. Ах ты. Нас обдурили. Собрать все. Дублон даже собрали. Давайте посмотрим, что у нас в рюкзаке. Кстати, я же могу себе поместить бинт сюда. Нет. Только, видимо, аптечки помещаются. За штурвал можно сесть. И куда летим? Разбитый самолет. Можно восстановить, смотрите, если мы создадим все эти запчасти. Важная часть для ремонта транспорта и механизмов. Запись 3. Ремонт самолета. Самолет-то я нашел, но он полностью разрушен. Его нужно восстанавливать. Но я так и не нашел тут незнакомца. Надеюсь, он скоро объявится. Незнакомец просто убежал. Смотрите, мы можем гулять по самолету. Тут везде скелеты. И, кстати, почему я прыгать уже не могу? В предыдущем видео был значок прыжка. Сейчас такого нет. Это как вообще понять? Есть спальный мешок.
Так, можно рубить. Но где же тот самый незнакомец? Мы же приплыли из-за него. Мы столько всего построили. Есть краб. Давайте используем лук. Раз. Два. А, сразу слег. С двух выстрелов. Пальмовый краб. Так, я могу тебя съесть? Собрать все. Клешня краба. Она готовится или ее так можно есть? Да, готовится. Есть так нельзя. Смотрите, черепа на кольях. Так, здесь аборигены обитают, получается. Хижина. Вот это да, целая деревня. Давайте будем осторожны. Если что, у меня лук есть. Не зря с собой его взял. Там вижу, как будто генератор стоит. Вообще ничего нет, странно. Видимо, уже применили. Тут вообще двери есть. Есть, есть, есть. И ничего брать нельзя. Что? Крюк продели через глаз. Здесь бойня настоящая была. А справа внизу там какими-то клешнями устраненный человек. Можно прямо отсюда есть? Мы, кстати, и пьем, и едим одновременно. Давайте ягоды съедим. И ткань заберем. Все, две ткани есть. Ну, странно, что черный песок. Вот есть пристань. Скелет без головы. Мы здесь никого не нашли. Человека на острове не оказалось. Ускориться. Смотрите, мы сейчас мега слабые будем. Но я думаю, нам по радио придет сообщение, что нас опять не дождались. Акула. Смотрите, она скоро сникнет. Его все еще нет. Начать путешествие. Самолет в плачевном состоянии. Необходимо отремонтировать его как можно быстрее. Костер самая важная постройка. Он помогает самое время получить. А, задание выполнено. Акула и другие противники не очень дружелюбны. Создай копье, защити себя. Показать. Так, у нас копье-то есть или нет? У нас есть только лук. Давайте создадим копье. В таких строгих условиях мне потребуются навыки, которые помогут мне выжить. Еще запись. Акула, грядка нужна, кстати. И стены. Улучшение навыков. Ух ты, бревно. Так, можем уже создать копье. Все, одно копье есть. Получить. Видимо, очки навыка. А даже дублоны дали. Стены, лучшая защита от непогоды. Показать. Ах, у нас только три бревна. Я бы создал лучше стену с отверстием. Такие есть? Вот. Типа окна. Потому что я ничего иначе не буду видеть. У нас уровень 8. Железный желудок. Голод наступает медленнее. И дальше так можно улучшать. Обостренные чувства. Смотрите, сколько всего. Лесоруб, шанс срубить побольше. Это все можно купить за дублоны, кстати. Подождите, а что я могу за дублоны взять? Навыки атаки. Быстрое копье. Урон от опров выше. Улучшаются апгрейды. Давайте купим. Инженер 3 уровня. Все, закрываем. Мы постоянно готовы к апгрейду. Так, вы-то когда там откроетесь? В сегодняшнем видео. Что уже можно брать? Отмычки. Собираем все. И бутылка с водой есть, ура. Еще, кстати, здесь выпьем. Взять. Еще две бутылки воды, собрать все. Акула, 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 где? Ах ты, ломать именно мастерскую, смотрите. Скоро будет конец. Ну-ка, стаг лупить. Ах ты, так все, и конец скоро. Все, положили. Видите, рядом. Открыть ящик, чтобы сразу открывался. Опять вода. Нас вообще балуют. Как я только ресурсы доберу, он исчезнет. Мы можем ставить третий сундук. Все, исчез. И вот третий как раз плывет. Вот и все. Ставим на его же место сейчас.
И сразу же открывайте, потому что час пойдет с этого момента. Еще акула появилась. В двигатель попал. Положил все-таки. Акулий мясо забираем вместо... Акулий мясо изготовить. Через 4 минуты уже можно есть. Мы заходим в дневник. Показать стены. Нам нужно 2 стены построить. Видите, нас прям провоцируют. Так, одна стена будет у нас без окна. На другую не хватает ресурсов. Вставайте под углом, вот так, чтобы ловить больше. Ну-ка, можно? Да, уже можно создать. Все, задание выполнено. Это, видите, квесты, что мы с вами постоянно учились. Даже простая броня может спасти вам жизнь. Создайте ее и защитите свое тело. Показать. Создаем. Видите, лучше создавать по квесту. Ботинки. Показать. Ботиночки. Так, самое легкое, наверное. Штаны. Нельзя. Ничего нельзя. Лучше в квест просто переходите и все. 6 из 6. Ура. А, инвентарь переполнен, ничего себе. Ну мы сейчас сразу тогда их выкинем. Удалить. Ботинки эти мягкие удалить. Резко в квесты. Смотрите, создали, сразу удаляем, потому что нам они не нужны. Мы боремся просто за дублоны. Осталось 7 соломы. Еще. Есть, прям рядом, смотрите. Похоже, достанем. Акуля целая голова. Это везение. А смотрите, если я могу атаковать акулу, так я же, получается, к ней могу плавать. Ее же какое-то время нет на карте. И все, поплыл к ней. Класс. И все, и сматываемся. Акулы же сейчас в данный момент нет. Даже досочки взял. Напишите в комментариях, кто знает, через какое время появляется акула на карте. Мясо акулы. У нас 14 досок есть. Потихонечку мы с вами выживаем. Так, все, голову одну выкидываем. Заходим в квесты. Грядка. Это, кстати, легкотня. Сейчас создадим. Потому что мы будем уже выращивать что-нибудь. Как раз здесь окна нет, здесь грядку и поставим. Ну-ка, земля. Квест выполнен. Получить за примитивный станок. Копье. Начать путешествие. То есть квест начать путешествие. А ты кто? Давайте съездим на плот сегодня. Войти. Я приплыл к кому-то на плот. Кажется, хозяина плота еще нет. Нужно скорее смотреться и возвращаться. Что? Чтобы сломать дверь, мне потребуется топор. Я чей-то плот обчищаю. Отлично, путь на плот открыт. Нужно быстрее обыскать все тут. Ах ты, я стену сломал. То есть мы прям к кому-то на плот залезли. Отмычки забираем, лук не нужен. Делается легко. Вода. Так, ты все бьешь и бьешь. Бутылочку забираем. Кстати, можно использовать. А это собрать. Его на плоту нет. Он что-то создавал, интересно? Давайте проверим. Деревянная стена. То есть нужно прям навести. Железные стены. У него очень странный плот. Какой-то круговой. Как будто создан для рыбалки. Смотрите, мега странный плот. И никакого добра вообще не держит. Он что-то готовил. Но это, скорее всего, бот. Задание выполнено, видите, все. Мы обчистили плот. Как будто бы это плот игрока. Хотя вряд ли, это скорее всего специальный бот для выполнения задания. Смотрите, мы его плот просто сломали. Нам бы секцию плота построить. Потому что тут очень тесно. Все, изготовить. У нас будет расти пальма.
Через 7 минут вырастет пальма. Плывем к ней. А, так мы погибнуть-то и не можем. Видите, у нас постоянно будет еда. Смотрите, прям последним броском я достиг 10 уровня. Создаем соломенную накидку. Для того, чтобы выполнить квест. Ее сразу же удаляем. Смотрите, квест. Получить. И нам дали один дублон. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами достигли 10 уровня. Много чего построили, поприготавливали, попроходили квесты. Даже были на плоту на чужом. Вскрывали сундуки. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.